Привет, ребят. Хотел выложить это видео в субботу, но у меня совсем ничего не получалось, потому что у меня наконец-то снесли все террасы. Мне пришли рабочие, эти садовники стали делать, обустраивать мой сад, и я такой был довольный. Блин, вчера целый день сам ломал террасу, обожаю ломать вещи, берешь здоровенный молоток и херачишь по террасе. И вот весело время провел. Поэтому вчера совсем не было времени записать ничего, и поэтому выкладываю видео сегодня. Ребят, хочу показать сегодня свою коллекцию Jeffree Star. Это у него было лимитированное издание... блин, муха летает. Лимитированное издание, это летняя коллекция. Это такая, что просто было не достать, да? Ах, ребят. Кайф. Не могу, когда мухи летают, делать что-то. Лимитированное издание этого лета называется You Better Work Velour Liquid Lipstick Collection. И это их летняя лимитка. И их, это его летняя лимитка. Ребят, вот так выглядят эти... Это моя коллекция, это вот мой набор, да. И вот это, конечно, единственное, я не понял, вот этот вот цвет в... Venus Flytrap, да, вот это совсем я не понял. У меня сейчас на губах Family Jewels. Ох. Знаете, у Jeffree Star просто нереальная формула. Совсем не чувствуешь на губах, они совсем не липнут, не, как сказать, не сохнут, да, и просто изумительно они держатся на губах, и цвета просто уникальные, да, я понимаю, здесь раз, два, три, три нюда, да, здесь три нюда, и как-то так, да, вот это я уже пользовался, я все пользовался, кроме, наверное, вот этих двух. Ах, обожаю, как выглядят все эти. И обожаю, вроде бы, еще раз, отвлекает постоянно, не могу сосредоточиться. Поэтому не люблю снимать, когда кто-то дома. А дома у меня сейчас полный народу дом. И поэтому не могу я сосредоточиться, кто-то постоянно ходит, собаки лают, мухи летают. Ну, правда жизни, да. Вот, и вроде бы и нюды прикольные, да, и вроде бы нюд-помада, да, ну сколько их может быть, да, но все равно настолько уникальные... Тона просто словами не передать, ребят. И просто я сошел с ума от цвета Ханти, да. На моем лице он выглядит так. У меня было, когда я распаковывал свой подарок от подписчицы, где она прислала 36 тонов Никса. У меня был вот этот вот тон на губах. Он у меня выглядит так, как будто консилером замазаны губы. Он делает вид губ полнее и выглядит просто шикарно, просто итальянский вок, и он прямо здесь, да, и, ребят, это... Нет, сегодня просто нереально мне снимать нормально ничего. И... Ханти. И получился просто, это вот мой самый любимый нюд, это когда выглядит как будто... замазаны губы консилером. И вы знаете, при тонированном тоне лица выглядит просто нереально. Это просто самый лучший нюд, который когда-либо был у меня. Знаете, я стал любить нюд, и мне нюд нравится. Мне, знаете, я стал немножко выходить из своих рамок, и я стал экспериментировать больше с косметикой. Я очень этому рад. Конечно, я заказал еще отдельно. Не мог я отказаться от Rich Blood. Его классическая, знаете, красная помада с таким хорошим синим подтоном, да, что просто это натуральный кайф. И я уже тоже с ней снимал. Все, ребята, у меня целая гора косметики еще пришла от Jeffree Star, и сегодня я, у меня будет три победителя, сегодня будет конкурс на канале, и, ребят,
Вот так выглядит. Вот это такой, точно такой же набор, какой я, какой у меня есть, но совершенно новый, нетронутый. Ребят, это я разыгрываю этот набор. И, конечно, я разыгрываю две палетки. Jeffree Star, это Androgyny и The Beauty Killer, да? Вот. Почему такой странный набор у меня сегодня косметики на розыгрыш, ребят? По идее, этот был набор, должен был идти в розыгрыш, когда я разыгрывал Lime Crime и Jeffree Star палетки. Это должно было пойти в тот розыгрыш, но проблема была вот с Jeffree Star, вот эти лимитированные их коллекции, да, ребят, она только две в руки продавали, да, больше двух в руки не продавали их, и была задержка с шиппингом, поэтому пришла посылка вот с этими двумя наборами, когда я был в Эстонии, поэтому мне пришлось праздновать, ну как, скажем, сегодня у нас 34 тысячи. Огромное спасибо всем, кто подписывается. Огромное спасибо всем, кто поддерживает и комментирует и дарит мне любовь. Я стараюсь дарить любовь вам обратно. Ребят, и давайте отпразднуем странную цифру в 34 тысячи, или назовем это так. Празднуем почти 35 тысяч подписчиков. Поэтому у меня первый победитель получит набор из 8 помад. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набор из 8 помад от Jeffree Star. Уникальная, потому что лимитированная коллекция. И здесь у них 1, 2, 3, 4, 5, 6... В общем, все лимитированные тона, и это, вау, с ним с огнем не достать. И второй победитель получит мою любимую палетку от Androgyny. И третий победитель получит палетку Beauty Killer, которую я просто обожаю. Для меня, вы знаете, для меня палетки от Jeffree Star – это просто эталон. Какой цвет должен быть, вообще нереально. Кстати, сегодня на глазах у меня одна из трех палеток от Juvia's Place. Многие меня просили, разыграй, сделай обзор, потому что Nikki Tutorials и все они так хвалили, как какой-то нереальный пигмент. Да, у меня сегодня на глазах Juvia's Place. У меня пришло еще, мои уже распечатаны, а эти три я тоже буду разыгрывать, когда мы через неделю или через две. Я заказал, тоже будет три победить. Но это в следующий раз. Ребят... Поэтому у меня такой сегодня странный, немножко сумбурный конкурс на канале. Первый победитель, вот такой набор. Вернее, первый победитель, первый, как считается, кто первый выпадет. Вот при рандомно вытаскиваются имена машиной, да. Первый победитель получит Beauty Kill, набор из 8 помад. Второй победитель получит Androgyny. И третий победитель получит Beauty Killer. Условия очень простые. Если вы уже подписаны на мой Инстаграм и на мой Фейсбук, то просто... Если вы уже подписаны на мой Инстаграм и на мой канал на Ютубе, вы просто напишите в комментариях внизу слово «конкурс» и название вашего Инстаграма, чтобы я мог связаться с вами через Инстаграм. А если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь на канал, пожалуйста, подпишитесь на мой Инстаграм и напишите внизу в комментариях слово «конкурс» и ваш Инстаграм, чтобы я смог в следующую субботу сделать розыгрыш, и в воскресенье я тогда объявлю победителя. Ребята, хотя бы с субботы на воскресенье откройте свой Инстаграм, чтобы я мог увидеть и проверить, если у вас закрыт Инстаграм профиль. Вот, поэтому сделайте так, то есть я ничего сложного никогда на своих конкурсах не требую. Все просто, подпишитесь на канал, подпишитесь на Инстаграм. Ребят, если вы хотите увеличить шансы, возможно, потому что, я, знаете как, многие типа, вот, я уже даже не буду пробовать, потому что все равно мне не везет. Ребят, все равно кому-то везет, да, все равно кому-то везет. Я уже сделаю розыгрыш, это, наверное, мой пятый или шестой, нет, пятый, наверное, розыгрыш будет, да, на канале, и я не жалею ни денег, ни любви на эти розыгрыши, поэтому, ребят, кто-то же все равно побеждает. У меня уже отослано таких палеток, наверное, штук 6 или 7 счастливым победителям. Поэтому попробуйте, вам это ничего не стоит. Если вы хотите увеличить шансы, подпишитесь на мой Инстаграм-аккаунт моей фан-группы, да,
она не официально, но Мелисса, это мой администратор, ведет ее, и тогда я буду просто использовать, и, то есть двойной шанс получится, ваше имя будет оттуда забрано, из того Инстаграма, и двойной будет эффект тогда, может быть, в два раза, ну, не в два раза увеличится шанс, а в два раза получается возможность больше выиграть. Так, подпишитесь просто на мою фан-группу в Инстаграме, ведет ее Мелисса, это моя девочка, которая мой один из моих администраторов. Привет, Паш, привет, Мелисса, люблю вас очень, без вас моя жизнь была бы куда как сложнее. Все очень просто, два Инстаграма и подписаться на канал. Ребят, ах, я знаю, Джеффри Стар не достать в России или через каких-то посредников, или прямо из Америки, что там люди, я не знаю, сколько они ждут его. Ребят, обожаю Джеффри Стар, я обожаю Джеффри, просто его косметика, просто натуральная бомба. Поэтому участвуйте, у вас вот трое победителей на розыгрыш. Я так надеюсь, что я знаю, что если вы получите, если вы выиграете и получите, рассылаю по всему миру, то вы будете очень счастливы и рады, потому что это моя любимая косметика от Джеффри. Немножко про комментарии. Конечно, знаете, сейчас у меня как-то... я думал, у меня сошел немножко хейт вниз, да? У меня все равно получается так, что скажем, тысячи пальцев вверх, где-то, может быть, сотни пальцев вниз, да? Ну, блин, вы знаете, у меня просто терпения нету больше. Вот эти, вот знаете, вот маленькие укусы, вот мало хейтеров, да, но они есть, и, знаете, я стал просто всех блокировать. Для меня день прошел зря, если я не заблокировал 50 новых человек. Потому что, знаете, люди не делают конструктивную критику, которые мне должны эту конструктивную критику посрать, если честно, да, а люди просто тупо хамят в комментариях, да, жестко так, да, и, знаете, и не буду я давать им удовольствие это делать, блокируя на раз эти хамские комментарии, да, и неприятно, вы знаете, вот мне типа, что ты так резко стал отвечать на комментарии под видео? Вы знаете, когда читаешь вот такое вот хамство жуткое, да, просто, знаете, ложка в бочке меда, ложка дегтя, да, и настолько это сложно переварить, да, вот вроде бы такое хорошее настроение, все таких, говорят, позитив. Я за позитивом прихожу на YouTube, мне не нужна критика, мне не нужен ваше там хамство, кто там хамит, да, но когда читаешь хороший комментарий, и вдруг один как по башке шарахает тебя, да, таким, знаете, прям, знаете, вот еще эти хейтеры есть такие, да, которые не просто там, пидорас, иди в жопу, да, а что-нибудь из темы, начинают, знаете, вот такими простынями писать, мне их особенно удовольствие доставляет блокировать, потому что я знаю, сколько времени тратится на такое писанину, чтобы, знаете, так хлестко в тему меня унизить и показать, какой я урод, да, поэтому мне особое удовольствие доставляет блокировать именно таких, да, но, конечно, люди не сдерживают себя вообще никаким образом, ни под каким видом. Люди хамят жестко, поэтому сейчас стал всех блокировать, хоть YouTube и говорит, не блокируйте никого, это негативно, это тоже хорошо, но, знаете, терпение заканчивается просто, поэтому блокирую всех хамов блокирую. Знаете, живой же я человек тоже, да, и вроде стараешься какой-то позитив нести, стараешься какой-то, не знаю, подарить какую-то радость, а люди... Большинство из вас, вы дарите мне радость и любовь обратно, но есть, конечно, вот эти хамы, которые, знаете, я перестал терпеть, да. Конечно, как Лора Ли говорит, я им не даю удовлетворения, я их даже не удаляю, потому что мне плевать на них. Ребят, знаете, я не настолько еще стрельный воробей на Ютубе, что мне плевать, поэтому у меня еще пока идет закалка, да. Но блокирую я реально сейчас всех хамов без исключений. Огромное спасибо, что посмотрели. Огромное спасибо, что всегда комментируете. Мне так приятно, ребят. Поставьте видео лайк, напишите внизу Инстаграм слово конкурс и ваш Инстаграм. Подпишитесь на мой канал и на мой Инстаграм. И если вы хотите удвоить шансы, то подписывайтесь на мою группу, на мой фан-клуб в Инстаграме тоже, и что у вас увеличится шанс просто выиграть.
Огромное спасибо, что посмотрели. Всем хороших выходных. Всем хорошей летней недели, да. Сегодня воскресенье. В следующее воскресенье после обеда я объявлю победителей. Троих победителей, ребят, будут трое. Третий победитель получит эту палетку. Второй победитель получит Androgyny. И первый победитель получит набор из 8 помад, лимитная коллекция от Jeffree Star. Слишком много слов. Все, всем любви, любите себя, любите всех вокруг вас, и все у всех будет замечательно. Обязательно участвуйте, вам это абсолютно ничего не стоит, а мне приятно дать подарок людям, которым не все равно то, что я делаю на Ютубе. Все, всех люблю, всем пока.